Всем привет! Продолжаем нашу распаковку. Третья часть. Сейчас открою и вернусь к вам. С вами у нас здесь лазурит 5 килограмм. Вы посмотрите, он прям рассыпался. Очень хрупкий, конечно, когда влажный. Вот такая красота. Прям рассыпался. Только пакет открыла, и он все посыпался. С ним надо аккуратно. Вот такая прелесть. Потому что он влажный. Очень. Да, прям очень влажный. Ему надо подсохнуть, а потом его зачищать. Иначе вот он прям в руках рассыпается. Так, лазурит. Сейчас я аккуратненько его отставлю. Следующий тяжеленный сверток. Пленку сниму и вернусь. Здесь у нас бархат, красавчик. И сейчас мы будем с вами его перекладывать. Потому что пакет уже расползся. Здесь вот такие здоровые. Ох, ничего себе. Ой-ой-ой. Вот такие здоровые глыбы. Ой, вы посмотрите только на эту красоту. Тоже влажненький. Это просто. Сейчас пакет возьмем. Чистенький. Новенький. Ну что ты будешь делать? Вот такая глыба. Он вообще не покрошился, в отличие от лазурита. Вот такая глыба. Здоровенная, тяжеленная. И вот такая глыбушка. Это прям песня. Бархат. И вот вся крошка, которую нельзя назвать крошкой. Бархат мы открыли. Ай! Следующий сверток. Пленочку сниму и вернусь. Так, здесь у нас с вами алтын. Пакет тоже порвался, пока распаковывала. Сейчас тоже будем перекладывать его. А вы пока любуйтесь вот такой красотой. Ой, сейчас вам поближе покажу. Приготовлю пакетик. И вам поближе его покручу. Очень соскучилась. Очень соскучилась по алтыну я. Очень. Это вот такой красавчик. Маленький кусочек. Влажный. Да. Очень влажный. Он такой красивый. Глыба какая, да? Так. Еще отломился. Вот такая красота. Вот такая. Кайф. Просто кайф. Алтын. Конечно, есть определенный релакс в зачистке вот таких вот мокрых глыб. Но срезаться будет много, так что я ему дам подсохнуть. Вот такая красота. Песня. Вот вам. Крошки вообще нет. И вот такой кусочек. Это у нас с вами алтын.
оставляем. Так. Следующий сверточек. Пленочку сниму и вернусь. Так, здесь у нас амазонка. Сорт хрупкий, так что поэтому будем аккуратно ее доставать. Я потому что чувствую, что она покрошилась. Оп-оп-оп-оп-оп. Не падать. Вот такие кусочки. Небольшие. Такая красота. Так. Вот такой кусочек. Она сухая, походу. Да, практически сухая. Вот ее надо в таком виде сейчас зачищать. Ну, я вам скажу, она чуть-чуть покрошилась, прям чуть-чуть, потому что я вижу здесь большущие глыбы. Вот такая глыбушка. Офигенная. Так. Вот такая. Смотрите, темная. Кайф. Ой-ой-ой. Вот такая. Здесь прям видно, какая она будет маслянистая, жирная. Вот такие кусочки. Вот такая глыбушка. Красивая. Прям маслом масляная. Не зачищенная, а уже видно, что будет очень-очень жирная. Вот такие кусочки. Ну, и вот тут вот совсем мелочевка. Ну, вообще, вот один кусочек развалился, и все. Вот такие кусочки зачистить можно. Проблем это не составит. Так, амазонка. Так, следующий. Сейчас, секунду, смотрим. Нет. Долго разрядывать не хочу. Ух ты ж какой. Ага, видно, что его Юля зачищала. Берем пакетик. И сразу перекладываем. Ну вот. Агат коричневый. Я люблю. Он мне понравился. Он чуть-чуть влажненький. Вот такая красота. Прикольно, да? Вот такой кусочек. Да, вот его сейчас в таком состоянии надо зачищать. Как блестит. Действительно, когда его зачистишь, он будет как драгоценный камень. Посмотрите, тут черненькое, тут коричневое. Так, оп, вижу, что пытался сбежать кусочек. Вот такая красотень. Да, агат такой, конечно, песня. Такой агат я люблю. Он будет жирненький. Как в том году мне попадался кусочек. Ну, это же красота. Кайф. Так. Это был красавчик агат. Следующий. Так, следующий у нас с вами тирамису. Новиночка. Я пробовала разочек ее. Но не распробовала. И здесь одна здоровая глыба.
какая она тяжелая. Вот такая красавица. Жирная. Да. Вот такая жирная красавица. Тирамису. Офигеть. Доставать ее реально очень тяжело. Она правда очень тяжелая. Так. Оп. Она весистая. Так, следующая у нас с вами. Так, здесь у нас с вами оникс. Мы его будем перекладывать. Вот какой красивый. Так. Вот такой красавчик оникс. Тоже влажненький. Да. Ему тоже подсохнуть надо будет, потому что он очень влажненький. Какие удобные глыбушки. Чистка будет улетная. Вот такой. Так. Ай-яй-яй. Вот такая красота. Классно, да? Оп. Вот такой красавчик. Здоровая глыбушка. Оникс я обожаю. Вот такая глыбушка. И вот такая глыбушка. И тут два маленьких кусочка, которые откололись. И больше ничего нету. Оникс. Так, продолжаем. В этой распаковке будет 4 коробки. Сейчас сниму пленочку и вернусь к вам. Так, пленку мы сняли. Я не знаю, что здесь. Сейчас посмотрим. Так, это какая-то красота. А что это? Опа. Это Нуга Фреш, еще одна глыбушка. Вот такая вот. Тяжеленькая. Красивенькая. Вот такая красавица. Нуга Фреш. Одной глыбушкой. Так. Здесь, девочки, сейчас будет что-то мега очень тяжелое. О! И очень-очень большое. И одной глыбой. Открою, посмотрим. Девочки, это туман. Это туман одной здоровенной глыбы. Это просто... Это что-то с чем-то. Так, сейчас мы аккуратненько, чтобы название оставить. Посмотреть. Я не знаю, как... Здесь явно больше 7 килограмм. Как я вам буду ее показывать? Я ее поднять не могу. Масло масляное. Ну, явно я зачищать буду ее без вас. Потому что это просто шедевр. Не знаю, посмотрим. Может быть, у меня получится ее как-то расколоть или разрезать. Но потому что это что-то нереальное. Она очень тяжелая. Одна вот такая здоровая глыба. Очень жирный. И очень, кстати, классный сорт. Мне нравится. Опа. Вот такой большой туман. Так. Следующее. У нас осталось 3 сверточка на эту распаковку.
И приступим к следующей распаковке. Ой, сейчас вернусь. Так, здесь у нас с вами горная розовая красавица. И сейчас мы будем с вами ее перекладывать. О, вот вам красоту. Она абсолютно сухая. О, сыпушка. Да, она сухая. Вот такая красавица. Горная розовая. Такая большая. Ох, тяжелая глыба. Структура у нее очень классная. Просили меня ее сравнить с тройкой. Обязательно сравним. Так. Немного покрошилась. Совсем чуть-чуть. Такие красивые кусочки. И вот такая глыбушка. Горная розовая. Так. Малявки. Потом переберу. Так. Так, кусочек. И остался у нас с вами еще по одному пакету. Это мел. Сейчас открою, вернусь. Так, сейчас аккуратно будем перекладывать. Уже мел в мои личные запасы. Оп. Такой кусочек, да, скорее всего. Пудра. О, какая прелесть. Как я соскучилась по чистке мела. А может быть и суфле. Ну, сейчас переложим, посмотрим название. Обязательно чистка с мелом будет. Вот такие красивые белоснежные кусочки. Такая красота. Как хорошо, что у Юли можно найти свои любимые сорта. За что ей огромное-огромное спасибо. Так. Ух, какая глыбушка. Вот вы смотрите. Красота же, красота. Ой, какой напудренный. Класс. К зиме, как говорится, я готова. Еще вот такая глыбушка красивая. Вот такие кусочки. И здесь то, что откололось. Ну, слушайте, доехал идеально вообще. Просто идеально. Вот. Все, что откололось, это у нас... А нет, это был суфле. Значит, в том пакете у нас будет с вами пудра. И последний сверточек. Потому что суфле и пудру заказывала по 10 килограмм. Да, здесь пудра. Сейчас открою, вернусь. Здесь у нас пудра. Она уже будет поплотнее, пожирнее. И цвет у нее более такой молочный. А, какая песня. Красоте просто. А, ну, вообще, сейчас меня не остановить. Вот такая красота у нас с вами получается. Красота. Красота. Это пудра. Тоже вижу здесь глыбушки. Вот такие вот. Грязненько. О, на чистке будет классно. Видно. А так мелок чистый пришел. Чуть-чуть почистить. Вот тут вот сверху. Вот такая глыбушка.
Сейчас бы я вас уронила. А тут вообще крошки нет. Вот серьезно, он вообще не покрошился. Тут крошки совсем нет. И две вот такие. И чуть-чуть влажненький он еще. Так, что у нас тут такое? У нас грязь. Так, буду чистить, буду смотреть. Нет, это железо. Это прям железо, видно, что коричневое. Железо. Так. Ну, на чистке мы с вами все рассмотрим. Пудра. Красавица пудра. И на этом все. Ждите четвертую часть. Всем до новых встреч. Пока-пока.